Открытие детской академии искусств запланировано на день города Чебоксары. Сейчас в здании продолжается капитальный ремонт. На объекте по улице Эльгера, 10А, выездное совещание провел глава администрации города Алексей Ладыков. Ремонт первой в Чебоксарах Академии искусств близится к завершению. К 15 июня закончат отделку внутри здания и благоустройство прилегающей территории. Затем начнутся работы по художественному оформлению учебных аудиторий и установка мебели. Академия искусств, рассчитанная на 1000 детей, станет самой большой в городе. В учреждении откроют новые отделения – робототехнику, компьютерную графику, медиашколу, эстрадный вокал, появится класс электронных клавишных инструментов. Мы оценили ход работ. Все работы ведутся по утвержденному плану. Как говорят строители, дизайнеры и творческий коллектив администрации города, в июле все должно быть готово. Ну и по плану ко дню города будет открытие школы искусств в северо-западном районе.